Работу канатной дороги Мисхор-Ай-Петри обеспечивает целая система несущих и тяговых канатов, в общей сложности 12 штук. Каждый из них играет свою определенную и очень важную роль. От целостности и технического состояния канатов во многом зависит надежность и безопасность пассажирских перевозок на этом объекте. Именно поэтому ежегодно на канатной дороге Мисхор-Ай-Петри проводится дефектоскопия всех канатов. На протяжении очень многих лет эту процедуру осуществляют специалисты московской компании «Интрон Плюс». Ежегодно мы проводим мониторинг технического состояния каната для определения работоспособности этих канатов. После проведения дископии мы выдаем заключение о годности канатов, и в течение года канаты эксплуатируются. Уже известно, что они в годном состоянии, в исправном состоянии. Для проведения обследования и диагностики канатов используются специальные приборы – дефектоскопы, которые состоят из магнитной головки и электронного блока. Дефектоскопы могут отличаться друг от друга по размеру и диаметру в зависимости от предназначения каната, который они обследуют. Но принцип действия у них одинаковый. На канате прибор открывается, ставится канат и захлопывается автоматическими замками. Прежде чем начать обследование, прибор настраивают на контрольном образце каната, а затем уже приступают к определению степени износа рабочего каната. Дефектоскоп закрепляют на несущем канате, и первый раз прибор по нему просто проезжает, чтобы добиться полного промагничивания. На следующем этапе начинается сбор информации. Сейчас происходит навеска магнитной головки на несущий канат, крепление магнитной головки к подвеске кабины. В результате магнитная головка синхронно поедет с кабиной. Таким образом, одновременно будет контролировать несущий канат. Кабель этот спускается в кабину, и электронный блок с оператором будет находиться в кабине. Для проведения контроля необходимо подать сигнал оператору канатной дороги, чтобы началось движение кабины. По мере продвижения по канату магнитная головка выявляет места, где произошла коррозия, истирание, обрыв отдельных стальных нитей или какие-либо другие дефекты. Вся эта информация передается на электронный блок и собирается в единую картину – дефектографию. После специалисты расшифровывают дефектографию и выдают заключение о техническом состоянии канатов. Если во время обследования выявляются дефекты, которые в будущем могут повлиять на несущую способность и прочность каната, то принимается решение о его замене. Канатная дорога Мисхор-Ай-Петри уже около 20 лет сотрудничает с московской компанией «Интрон Плюс». За эти годы ее специалисты сформировали серьезную базу данных о состоянии канатов на этом объекте, что способствует более точному мониторингу их технического состояния. Таким образом, с уверенностью можно сказать, что каждый сантиметр канатов на канатной дороге Мисхор-Ай-Петри находится под строгим контролем.